Яркий спортивный праздник организовали для особенных детей сотрудники Дома творчества вместе с организацией молодых атомщиков и Десногорским обществом инвалидов. Для объединения не только деток с проблемами здоровья. Как вы видите, сюда приходят дети, нормальные, здоровые физически и умственно. В общем, это создает дружбу. Вела праздник неизменная ведущая организатор Елена Гурьянова, а помогали ей ее воспитанники из школы вожатых. Для детей были организованы веселые эстафеты, конкурсы, танцы и обучающий мастер-класс по сборке и разборке автоматов. Все участники веселых стартов стремились к победе, и в итоге победила дружба. Лица ребят в этот день сияли безграничной радостью и весельем. Мне очень не нравится. А что больше понравилось, Анют? Целевать. Соревноваться? Да. Такие мероприятия для детей организуются в Десногорске ежегодно. Второй год подряд они проходят в Доме творчества. Помимо мероприятий, которые мы проводим для детей, мы занимаемся различными видами деятельности с детьми и дома. Приходят наши педагоги к ним домой, и сюда приходят дети. Занимаемся как в групповых формах, так и индивидуально с детьми. Для особенных детей важно чувствовать себя необходимыми и незабытыми. Быть таким же, как все. А для них это, поверьте, очень важно. Завершилось веселье чаепитием.